Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Гимович. Леги в первую очередь соперник. Команда играет сугубо защитный футбол, с ней непросто играть, ей непросто забить. Такой стиль часто критикуют, но если ты умеешь обороняться против сильной и техничной команды, ты еще получаешь возможность провести пару опасных... Это состав Пари Сен-Жермен. Три нападающих – это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Гимович. Леги в первую очередь соперник. Команда играет сугубо защитный футбол, с ней непросто играть, ей непросто забить. Такой стиль часто критикуют, но если ты умеешь обороняться против сильной и техничной команды, ты еще получаешь возможность провести пару опасных... Это состав Пари Сен-Жермен. Три нападающих – это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Гимович. Леги в первую очередь соперник. Команда играет сугубо защитный футбол, с ней непросто играть, ей непросто забить. Такой стиль часто критикуют, но если ты умеешь обороняться против сильной и техничной команды, ты еще получаешь возможность провести пару опасных... Это состав Пари Сен-Жермен. Три нападающих – это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Гимович. Леги в первую очередь соперник. Команда играет сугубо защитный футбол, с ней непросто играть, ей непросто забить. Такой стиль часто критикуют, но если ты умеешь обороняться против сильной и техничной команды, ты еще получаешь возможность провести пару опасных... Это состав Пари Сен-Жермен. Три нападающих – это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. И у соперника. Хорошо увидел партнера впереди. Подавай! Отличный отбор, но кому достанется мяч? Сегодня стандарты надо постараться использовать по максимуму. И болельщики это прекрасно понимают. Подали мяч с углового в центр штрафной. Выбивает мяч игрок. Навешивать надо.